Прямой эфир телеканала «Царьград». Прямо сейчас анализ ключевых тем и событий. Меня зовут Юрий Панько. Добрый вечер. Начнем со срочной новости. Сбербанк направит более 360 миллиардов рублей на выплаты акционерам, что составляет 43,5% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Это рекордные по общему объему дивиденды для российского бизнеса. Сегодня наблюдательный совет Сбера одобрил выплаты акционерам по итогам 2018 года. Они в 1,3 раза превышают дивиденды за 2017 год. Глава банка Герман Греф уже заявил, цитата, «это тот сюрприз, которого инвесторы ждали». Конец цитаты. Ранее отмечалось, что дивидендная политика Сбера подразумевает поэтапное повышение объема выплат с 36 до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2017 по 2020 год, что составит более 1 триллиона рублей или 18 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Сумма более чем серьезна, особенно если вспомнить структуру акционерного капитала и проанализировать, кому в реальности принадлежит банк Грефа.